Здравствуйте, друзья, с вами Феликс, и сегодня я вам покажу один интересный сайт, на который наткнулся. В принципе, обзор по нему делать сейчас не буду, просто расскажу, как я на него вышел. Итак, этот сайт вот dhgate.com. Многие, почти все знают вот этот Alibaba, нет, AliExpress. Точная копия, только здесь он по большей части для оптовиков. То есть торгуют оптовыми партиями, но есть очень много вариантов купить один товар, сдропшипить с этого сайта. Он хорош еще тем, что здесь вот в закладках, там не надо в настройках все это проделывать. Есть на складе в США вот эта вот вкладочка товары, которые уже в Америке. То есть по доставке они будут очень быстро доставляться. Вот кликом по ней выходим вот на такую вот страничку того же самого сайта, и вот тут уже лист, ну, по категориям, кликом сюда еще добавляются. На этот сайт меня привела вот такая интересная игрушка. Вот она. Я ее увидел на eBay. Это опять же к разговору о том, что вот ничего нам не дает Infinii, не знаем, что туда дропшипить и так далее. Это те, кто может работать на eBay и научился в Infinii, как это делать. Вот, пожалуйста, вот этот товар я нашел на eBay в поисках своих интересов для Амазона. И вот смотрите, сколько много этих предложений. Они тут и всякие примочки к этим вот скейтам. Это электроскейт, мобильный скейт. Если кто не знает, то это они такого вот вида. Вот смотрите, 148 долларов, 169 долларов, 19 продано. И здесь, в общем, целый список с большими продажами, отличными продажами. Это сегодняшний список, вот 152 продажи, видите? Когда вчера я тут просматривал этот сайт, сейчас вот пооткрываю вот эти. Вот смотрите, вот это вот, который 152 штуки продал. Вот посмотрим, когда он их продавал. Вот 1 марта аж 4 штуки. 4 продажи. В феврале 29-го. Сколько? Раз, два, три, 4. Тоже продажи. 4 продажи. Или даже 5. 28 февраля прям аж у него идет. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 продаж в один день. И по цене в 200 долларов, без 50 центов. На этом сайте, если брать одну штуку, единицу, 113,64. Повторяю, это товар уже он... в Америке. То есть доставка тут вот по UPS. Можно кликнуть, посмотреть. От 1 до 6 дней. То есть классная доставка. А разницу уже каждый из нас, ну, от 200 долларов. 70 долларов, да, где-то вот так. Если там комиссии всякие отнять, 70 долларов за там 15 единиц. Но это вот, ну, Вот это 19 штук продано, это другой продавец аналогичного товара. Вот 15-13 марта продал и так далее. Продает, кстати, давно, с декабря у него этот товар есть. Другой 31 штуку продал 18 марта, 15 марта, в январе продавал, были продажи. Но именно как меня все это заинтересовало, вот вчера я увидел вот этого, и у него прям на моих глазах я видел, как меняются вот эти вот цифры. Вы не поверите, но именно вот этот солд, он менялся у меня на глазах. Они отлетали. Сейчас у него нету уже этого товара. Вот смотрите, это уже sold listing, продан этот товар, что 161 штуку продал за $152. Но это последняя у него или средняя. Опять же, если сравнивать, это еще он, будем считать, что не по оптовой цене взял, а так вот по единичке. Если брать 40 штук сразу, цена $68. Вот она. Это и, так сказать, на заметку для FBA, для склада под своей торговой маркой. Вот представьте, какая разница в цене. Какой навар? 152 и 68. Где он? Вот. $68. Это чуть ли не 2,5 раза. И теперь посмотрим его продажи. Вот, кликаем на sold. Смотрите, 28 марта. Ну, это в Америке было 28, у нас было 29. Сегодня у меня здесь уже 31 ночь. То есть, ну, если вот по часам считать, это действительно было вчера. Смотрите сюда, ребята и девчата. 28 марта. Я говорю, у меня на глазах они разлетались, как горячие пирожки. Вот это по 2 штуки. Вот 2 штуки кто-то купил. 4 штуки кто-то купил. Вот эта цифра у меня увеличивалась. Прям я смотрел и глазам не верил. Вот, если давайте посчитаем вместе. 27 марта, смотрите. Видите, в день, поскольку штук он продает. Продавал, точнее. У него все закончились. 27 число у него, смотрите, как идет. Ну, наверное, он каждые полчаса продавал. Смотрите, 27 число. И вот когда говорят, что вот что нам делать на eBay, да был бы у меня PayPal, я бы знал, что сделать на eBay. В Армению деньги не приходят, к сожалению. Видите, какие продажи за день? Ну давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Ну, у него закончились 17 продаж в день. Ну, посчитайте там по $50, допустим, навара. Что это плохо за один день заработать? 27 марта лучше не считать, потому что тут будет цифра такая, ну, не меньше штуки баксов, не меньше. Я не считал, честно вам скажу. Просто у меня вот с учетом того, что добавлялось еще с 27 числа там продажи, у них-то 27 было, они разлетались. Вот смотрите, 26 марта опять сколько продаж. Человек угадал с товаром, сделал нормальный анализ и продавал их как горячие пирожки. По этому сайту, ребята, просто ссылка на него dhgate.com. Наберите, говорю, он 100% копия AliExpress. Если надо, под этим роликом просто напишите обзор, там сделайте обзор по этому сайту, я сделаю, как тут пользоваться, если кто не разберется. Вот на этом, пожалуй, и все. Кстати, единичку можно взять на заметку, дропшипить на eBay. На Амазоне ее нету, вообще нету на Амазоне. Я дождусь того, чего жду, и буду дропшипить на Amazon. Итак, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.